Добрый вечер. С вами постоянная передача «Чашечка кофе» на Конной Армии 9. И ее бессменный ведущий заболел, и поэтому я, стажер, буду брать у вас сегодня интервью. Добрый вечер. Представьтесь. Добрый вечер. Меня зовут Луиза. Луиза. В прошлом интервью, Луиза, вы сказали, что очень любите сериалы. Скажите, пожалуйста, Луиза, какой ваш любимый сериал, какой ваш любимый актер? Знаете, мне нравится много сериалов. Я смотрю большое количество одновременно. Ну, конкретно один актер у меня есть любимый. Мне кажется, это Джонни Депп. Джонни Депп. А в каком же сериале снялся Джонни Депп? Можете, пожалуйста? Ну, он не в сериале. Также мне нравится еще и фильмы смотреть. Вот. Не только сериалы. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какой любимый фильм с участием Джонни Деппа ваш? Мне кажется, это «Чарли и шоколадная фабрика». «Чарли и шоколадная фабрика» – отличный фильм. Всем рекомендую. Ну, раз уж мы о сладком заговорили, давайте тогда у вас узнаем, как вы относитесь к сладкому? Переменчиво. Иногда нравится, иногда не нравится. Все зависит от настроения. Я лично обожаю сладкое, не знаю почему. Луиза, скажите, пожалуйста, нам... Девушку интересует, вы свободная, Луиза, или нет? Да. В данный момент? Да. В данный момент, да. Спасибо вам, Луиза, за ваше интервью. Поаплодируйте, пожалуйста.